отрицаю, мы брали компоты с оленя, варенье, но есть хотелось, честно, не отрицаю, есть вина за это. Но в основном мы выбирали те, Мальчик это такое подразделение, которое воюет здесь с мая. Вот их убирают. Сейчас пытаюсь все потихонечку восстановить. А вот дальше пошло в бой. Потому что до Киева еще никто не отменял. Вот ребята работают. Убирают все надписи и все остальное. За время той атаки у нас два БТР. Работает ускоренный темп, такой завтра поставлю на 5 задач. И еще в очередной раз как сказать. На данный момент мы воюем с Рязани, но мы ближе к подразделению поставлены бригады «Призрак», которые нам также очень сильно помогают. И на самом деле под общим подчинением мы их не находимся. Товарищи Мозгового и всего остального. Смотрите, что там делать. Сколько одно маленькое размер подразделения смогу утащить. Сами задумайтесь, сколько. Мы здесь бригад тащили. Ребята там ходили. Я бригада в принципе ходила. Тоже тащила техника. Сколько, товарищи, Татьяна, что-то прочее. А ты снимаешь, сколько там и работает. Внутри там мозги выковыривали, все такое. Да, внутри здоровье. Пулемет стреляет, осталось внешний низ направить, сейчас сделаем, все будет красиво! Курили? Скажи что-нибудь. Мудачье, машину мыть надо, число передавать Кулибину. А говорят, что мы мародерим там, вот что мы смародерили единственное, отобрали трофейную технику. Скажи-ка нам что-нибудь. Да, за технику, за это. Смотри, в камеру такой. Сейчас мы его сделаем до конца.